Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Discovery 2006 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, полный привод. Пробег на автомобиле 198 тысяч километров. Вышел из строя замок передней левой двери. Перестал закрываться с пульта. Заказали с AliExpress по цене доступной. И снимаем обшивку двери, меняем замок. Снимаем обшивку двери. Вверху уголок зеркала. Подсовываем монтажечку пластиковую и отщелкиваем одну клипсу. Теперь на ручке открывания двери снимаем вот эту заглушку. Крестовой отверткой откручиваем саморез. Теперь вот эта накладка на ручке, поднимаем ее вверх. Вот они, защелочки вот такие вот. Вот здесь вот. Она просто фиксируется сверху вниз. Открутил я здесь 4 самореза. 2 с одной стороны, 2 с другой стороны. Теперь откручиваем саморез снизу. И с другой стороны тоже. Ну и снимаем обшивку, поддеваем ее снизу. Здесь похоже тоже что-то есть. Тоже саморез у нас. Снимаем мыльницу. Здесь у нас сверху просто насаживается вот на эти клипсы. Ну а теперь отключаем разъемы. Ну,
такая вот штука. Для того, чтобы нам добраться до замка, нам надо снимать люк стеклоподъемника. Нужно снимать стеклоподъемник, но перед этим надо снять динамик и долезть до защелок. Там защелки есть на направляющей. Снял блок управления стеклоподъемниками с обшивки. Он сидит просто вот на этих фиксаторах воткнутый. Поднимаем его вверх аккуратненько и снимаем. Можно это сделать сразу до того, как снимаем обшивку, и блок не придется снимать. Опускаем стекло примерно на 15 сантиметров. Вот так я его приопустил. И снимаю динамик. Крестовая отвертка. Снимаем разъем. Четыре самореза. Для чего это надо нам? Надо добраться до двух защелок сзади. Вот они, защелки. Они держат у нас стекло. Вот так отодвигаем. Сначала дальнюю. Приподнимаем чуть-чуть стекло вверх. И потом эту. До дальней надо дотянуться. Показать не смогу. Все, отщелкнул обе защелки. Теперь поднимаем стекло вверх и приклеиваем его. Или просим кого-то подержать, если есть помощник. Если помощника нет, приклеим его малярным скотчем. Вот я его вверх поднял. Все, а теперь можно откручивать сам механизм стеклоподъемника. Берем головку на 10, откручиваем вот эти две гайки и 4 болта. Ручку мы тоже снимем. Как она у нас?
выдергиваем вот этот штифт. Сняли ручку. Потому что этот трос нам надо будет снимать вместе с замком. И снимаем механизм. Вытаскивать его не будем, сдвигаем в сторону. Вот так оставим его. С торца снимаем вот эту заглушку. Т25, откручиваем винт. И тянем нашу личинку. Винт до конца не откручиваем, иначе он в дверь упадет у нас. Все, личинку сняли. Теперь через это отверстие, где заглушку сняли, откручиваем винт крепления ручки. Это можно сделать, в принципе, через это отверстие. Торкс такой же, Т25. Вот его отсюда хорошо видно. Открутил его полностью. Теперь проталкиваем заглушку с тросиком, потому что она у нас выйдет вместе с замком. И снимаем ручку. Сдвинули назад и вытаскиваем. Откручиваем три болта крепления механизма к двери. Здесь у нас торкс Т30. Ну, вроде бы все. У нас должно освободиться. А вот еще у нас клипсы держат. И осталось отцепить
разъем. Еще вот здесь вот снял резиночки уплотнительные и снимаю вот этот штифт фиксирующий, куда вкручивается у нас саморез.